Гляньте на меня. Я погибаю. Негодяй в грязном колпаке. Повар столовой нормального питания, служащий Центрального совета народного хозяйства. Обварил мне бок. Какая гадина. А еще пролетарий. Господи, как больно. Чем я ему помешал? Неужели я обожру совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь. Вор с медной мордой. Боже, как есть хочется. Какая контра не уйдет от нас, чу-чу-чу. Стучат, стучат копыта, чу-чу-чу. Ударил пулемет, белая гвардия на голову разбита, а красную армию никто не разобьет. Белая гвардия на голову разбита, а красную армию никто не разобьет. Дворники из всех пролетариев самая гнусная мразь. Человечьи очистки самая низшая категория. Повар попадается разный. Например, покойный Влас Пречистенки. Скольким он жизнь спас. Бывало, махнет Влас кости, а на ней сосмушку мяса. Шарик, замерз, бедняжка. Получает по девятому разряду 4,5 червонца. На службе с нее вышли, тухлятиной в столовой накормили. Ей на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщин единственное утешение в жизни. Били вас по заду сапогом, а кирпичом по ребрам получали? Все тело мое изломано, бито.
Надругались над ним люди. Достаточно. Шарик называла она меня. Какой я к черту шарик? Шарик это значит круглый, упитанный, глупый. Овсянку жрет сын знатных родителей. А я? Даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо. Завтра я получу воспаление легких. А получив его, я, граждане, подохну с голоду. Поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибет меня палкой. Да, этот тухлый солонины лопать не станет. Что он мог покупать в дрянном магазинишке? Колбасу. Господин, отдайте ее мне. В сущности, зачем вам особая краковская? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде кроме... Такой отравы не получите, как в Мастельпроме. Руки вам лизать. Больше ничего не остается. Без ошейника. Вот и прекрасно. Тебя-то мне и надо. Пойдем за мной. Бабухов, сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок. Здравия желаю, Филипп Филиппович. Здравствуй, Федор. Писем не было? Никак нет. Ну что ж ты сидишь? Иди, не бойся. Нет. Тут швейцар. Опаснее дворника. Гаже котов. Ну иди, иди. Пожалуйста. Филипп Филиппович, а в третью квартиру жил товарищ и вселили. Ну? Так точно, целых 4 штуки. Боже мой, воображаю, что там делается в этой квартире. Ну и что же они? Да ничего. А Федор Павлович? За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить, Филипп Филиппович. Что делается? Ай-яй-яй-яй. Ну, иди за мной. Где ж вы такого взяли, Филипп Филиппович? Да чего ж паршивый? Ну, что ты говоришь, какой паршивый? Это не парша. Это ожог. Это какой же негодяй тебя обварил? Сейчас его в смотровую, а мне халат. Ну, пойдем со мной. Пойдем. Сюда, сюда. Пойдем. Доктор Бармента. Эфир. Доктор Барменталь! Ну, куда ж ты? Сына, держи его за шиворот, красавца! Опять электрический. Сейчас. Осторожно, доктор! Thank you.
Отсивили до Гренады в тихом сумраке ночей. А? Ну, ты зачем бродяга доктора укусил, а? Зачем стекло разбил? Ну, ладно, опомнился и лежи, болван. Стало быть, это я его кусанул. Моя работа. Ну, будут драть. Как это вам, Филипп Филиппович, удалось подманить такого нервного пса? Лаской. Ласк? Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они думают, что террор им поможет. Нет, нет, не поможет. Какой бы он ни был, белый, красный или даже коричневый. Зина, я купил этому прохвосту краковской колбасы. Потрудись накормить его, когда его перестанет тошнить. Краковской? Краковскую я лучше сама съем. Только попробуй, я тебе съем. Это трава для человеческого желудка. Взрослая девушка, как ребенок, тащишь в рот всякую гадость. Предупреждаю, ни я, ни доктор Берменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя живот схватит. Ну, пришел в себя? Пойдем принимать больных. Прежний. Здравствуйте, профессор. Ба, да вас нельзя узнать, голубчик. Вы маг и чародей, профессор. Как сон? Мы одни, профессор. Это неописуемо. Пароль ДНР, 25 лет, ничего подобного. Верите или нет? Каждую ночь обнаженные девушки стаями. Снимайте штаны. Эх, профессор, если бы вы открыли способ, чтобы и волосы омолаживать. Не сразу, дорогой мой, не сразу. Вы, однако, смотрите, не злоупотребляйте. Я не злоупотребляю. Я, дорогой профессор, только в виде опыта. Ну и каковы результаты? Оу, 25 лет, клянусь Богом, ничего подобного. Последний раз в 1899 году в Париже, на Рю-де-Лепе. Ну что ж, прелестно. Все в полном порядке. Я, признаться, не ожидал такого результата. А много крови, много песен для прелестных. Иногда. Я же той, что всех прелестней. Раз, два, три. Две недели можете не показываться. Благодарю вас. Годы показаны неправильно. Вероятно, 54-55. Тоны сердца глуховаты. Угу. Прошу вас. Здравствуйте, профессор. Сколько вам лет, сударыня? О, профессор. Если бы вы знали, профессор, клянусь, какая у меня драма. Лет я вам говорю сколько? Честное слово. Ну, 45. Сударыня, меня ждут. Не задерживайте, пожалуйста. Вы же не одна. Я вам как одному, как светили науки. Сколько вам лет, сударыня? Это просто ужасно. 51. Снимайте штаны. Прошу. Это такая драма, профессор. Это так ужасно. Я просто не знаю, что мне делать. Помогите, профессор. Похабная квартирка. А до чего хорошо. А на какого черта я ему понадобился? Неужели же жить оставит? Вот чудак. Да ведь ему только глазом мигнуть, он таким бы псом обзавелся, что ахнуть. А может, я красивый? Видно, мое счастье.
А с собой это мы разъясним. Одевайтесь. Клянусь, профессор, этот Моррис, это моя единственная страсть. Он карточный шулер. Его знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки. Ведь он так дьявольски молод. Я вам, сударыня, вставлю яичники обезьяны. Как? Неужели, профессор, обезьяны? Да. А когда же операция? От Сибири до Гренады в тихом сумраке ночей. Понедельник. Ляжьте в клинику утром. Мой ассистент приготовит вас. Нет, я не хочу в клинику. А нельзя ли у вас, профессор? Нельзя, ведь я у себя делаю операции лишь в крайних случаях. Это слишком дорого стоит. 50 червонцев. Я согласна. Договорились. До свидания, профессор. Посторонние в доме есть? Нет. А где профессор? Там. Вы ко мне? Спокойно, товарищ. Мы к вам, профессор, и вот по какому делу. Вы напрасно, господа, ходите без калош. Во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы наследите меня на коврах. А все ковры у меня персидские. Во-первых, мы не господа. Во-первых, вы мужчина или женщина? Какая разница, товарищ? Я женщина. В таком случае вы можете остаться в кепке. А вас, милостивый государь, попрошу снять ваш головной убор. Я вам не милостивый государь. Мы к вам, профессор. И вот по какому делу. Кто это мы? Мы новое домоуправление нашего дома. Я Швандер. Она Вяземская. Товарищ Пеструхин. И товарищ Жаровкин. Скажите, это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина? Нас. Боже, пропал дом. Что будет с паровым отоплением? Вы издеваетесь, профессор? Да какой там из-за... Да. Ну и по какому делу вы пришли ко мне? Говорите скорее. Мне пора обедать. Мы к вам, профессор, вот по какому делу. Мы управление нашего дома. Пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома. Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее. Вопрос стоял об уплотнении. А вам известно, что постановлением от 12.04.24 я освобожден от какого-либо уплотнения? Известно. Но общее собрание жильцов нашего дома, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в 7 комнатах. Живу и работаю в 7 комнатах. И желал бы иметь 8-ю. Она мне необходима под библиотеку. 8-ю. Вот здорово. Это неописуемо. Извините, профессор, но общее собрание жильцов нашего дома просит вас добровольно порядке трудовой дисциплины отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве. Даже у Исидоры Дункан. А также и смотровой. Кстати, смотровой можно соединить с кабинетом. Вполне. Правильно, товарищи? И где же я должен принимать пищу? В спальне. В спальне. Очень возможно, что Исидора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а в ванной режет кроликов. Может быть. Но я и не Исидора Дункан. Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной. Передайте это общему собранию. А мне предоставьте возможность принимать пищу там, где ее принимают все нормальные люди.
а не в передней и не в детской. Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, мы подадим жалобу в высшей инстанции. Одну минуточку, я вас прошу подождать. Петр Александрович, пожалуйста. Профессор Преображенский. Петр Александрович, очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Петр Александрович, ваша операция отменяется, равно как и все другие операции. Я прекращаю работу в Москве и вообще в России. Сейчас ко мне вошли четверо. Среди них одна женщина, переодетый мужчиной. Двое мужчин, вооруженных револьверами, и терроризировали меня. Позвольте, профессор. В таких условиях я не только не могу, но не имею права работать. Поэтому я прекращаю свою деятельность, закрываю свою квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует. Но только одно условие. Как угодно. Что угодно. Когда угодно. Но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая, настоящая броня. Чтобы мое имя даже не упоминалось. Я для них умер. Передайте трубку Швондеру. Будьте любезны, сейчас с вами будут говорить. Да, я слушаю. Председатель домкома Швондер. Так? Так мы же действовали по правилам, так? У профессора и так исключительное положение. Мы знаем об его работах. Целых 5 комнат хотели оставить. Это какой-то позор. Если бы сейчас была дискуссия, я доказал бы Петру Александровичу... Виноват. Вы сию минут хотите открыть дискуссию? Я понимаю вашу иронию, профессор. Мы сейчас уйдем. Но я, как заведующий культотделом нашего дома... Заведующая? Заведующая. Предлагаю вам взять несколько журналов. В пользу детей Германии. По полтиннику штука. Не возьму. Ну почему вы отказываетесь? Не хочу. Вы не сочувствуете детям Германии? Сочувствую. А, полтинника жалко. Нет. Так почему же? Не хочу. Знаете ли, профессор, если бы вы не были европейским светилом, и за вас не заступились бы самым возмутительным образом, вас следовало бы арестовать. За что? А вы не любите пролетариат? Да, я не люблю пролетариат. Зина, подавай, голубушка, обед. Вы позволите, господа? Доктор Барминдаль, оставьте икру в покое, умоляю вас. И послушайте моего доброго совета. Налейте не английской, а обыкновенной русской водки. Но вы благословенная. Бог с вами, голубчик. Дарья Петровна сама отлично готовит водку. Не скажите, Филипп Филиппович. Все утверждают, что новая очень приличная. 30 градусов. А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это во-первых. Во-вторых, бог знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову? Все, что угодно. И я того же мнения. О, а теперь, Иван Иванович, мгновенно вот эту штучку. Если вы мне скажете, что это плохо, вы мой кровный враг на всю жизнь.
это плохо? Плохо? Ответьте, уважаемый доктор. Это бесподобно. Еще бы. Заметьте, Иван Анатольевич, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Маломальский уважающий себя человек оперирует закусками горячими. А из горячих московских закусок это первое. Когда-то их великолепно приготавливали в Славянском базаре. На, получай. Пса в столовой прикармливаете? Потом его отсюда калачом не выманишь. Ничего. Бедняга наголодался. Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть надо уметь. А представьте себе, большинство людей есть вовсе не умеют. Нужно не только знать, что есть, но и когда, как и что при этом говорить. А если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет, не говорите за обедом о большевизме и медицине. И Боже вас сохрани. Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Те мои пациенты, которых я заставлял читать правду, теряли в весе. Мало этого, пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит и угнетенное состояние духа. Да. Суровые годы уходят. Зинуш, что это значит? Опять общее собрание сделали. Опять? Ну, теперь стало пошло. Пропал дом. Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее. Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович. Они теперь резко изменились. Голубчик, я уж не говорю о паровом отоплении. Пусть, раз социальная революция... Не надо топить. Но я спрашиваю, почему это? Когда это началось, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице. Вот это да. И почему это нужно, чтобы до сих пор еще запирать калоши и приставлять к ним солдата, чтобы их кто-либо не стащил? Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать. Первоклассный деляга. Почему убрали ковер с парадной лестницы? Что? Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд дома на Пречистенке нужно забить досками, а ходить кругом вокруг через черный вход? Кому это нужно? И почему это пролетарий не может снять свои грязные калоши внизу, а пачкает мрамор. Да у него ведь, Филипп Филиппович, вовсе нет калош. Ничего похожего. На нем теперь есть калоши. И это калоши мои. Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 17-го года. Спрашивается, кто их попер? Я? Не может быть. Буржуй Саблин? Сахарозаводчик Полозов? Да ни в коем случае. Это сделали как раз вот эти самые пивуны. Да хотя они бы снимали их на лестнице. Какого черта убрали цветы из площадок? Почему электричество? Дай бог памяти, тухло в течение 20 лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет два раза в день. Разруха, Филипп Филиппович. А что означает эта ваша разруха? Старуха с клюкой. Ведьма, которая вышибла все стекла, потушила все лампы. Да ее вовсе не существует, доктор. Что вы подразумеваете под этим словом? А это вот что.
когда я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборную у меня начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «Долой разруху!», я смеюсь. Ей-богу, мне смешно. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот когда он выбьет из себя все эти, понимаете, галлюцинации и займется чисткой сараев прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя, дорогой доктор. Невозможно в одно и то же самое время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то иностранных оборванцев. Контрреволюционные вещи говорите, Филипп Филиппович. А ничего опасного. Никакой контрреволюции. Кстати, вот еще слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно, что под ним скрывается. Черт знает что. Так вот я и говорю, никакой контрреволюции в моих словах нет. В них здравый смысл и жизненная опытность. Мерси. Я вам сегодня вечером не нужен, Филипп Филиппович? Нет, благодарю вас. Мы сегодня ничего делать не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, в большом Аида. А я давно не слышал. Помните дуэт? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ко второму акту поеду. Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? Успевает всюду тот, кто никуда не торопится. Я за разделение труда, доктор. В большом пусть поют. Я буду оперировать, и очень хорошо, и никаких разрух. Но скоро у тебя бог заживет. Да, Иван Анатольевич, повнимательнее последите, как только подходящая смерть, тотчас со стола питательную жидкость и ко мне. Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, патологоанатомы мне обещали. Угу. Профессор, это будет небывалый в мире эксперимент. Хм. Не сомневаюсь. Ну, а пока мы уличного неврастенника понаблюдаем. Скоро ты нам понадобишься. Ha ha ha!
я красавец. Быть может, неизвестный собачий принц. Инкогнито. Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю, у меня на морде белое пятно. Откуда, спрашивается? Ну что ты, как демон пристал? Ну, подожди, ну Зина же войдет. Ну его, ну что ты, как будто тебя омолодили. Нам это не к чему. Да чего ж ты огненная, а? Ну, вон, бессовестный. Лучше по ленам сейчас, чтобы не подсматривал. Я нарочно не убрала, Филипп Филиппович, чтобы вы полюбовались. Вы морды его потычьте в сову, чтобы он знал, как вещи портить. Зачем ты, свинья, сову разорвал, а? Мешала она тебе? Мешала? Я тебя спрашиваю. Зачем профессора Мечникова разбил? Его нужно хоть раз хлыстом отодрать, а то он совсем избалуется. Вы посмотрите, что он с вашими калошами сделал, Филипп Филиппович. Не надо никого никогда драть. Запомни это раз и навсегда. На человека и на животное можно действовать только внушением. Мясо ему давали? Господи, да он весь дом обожрал. Удивляюсь, как он не лопнет. Ну и пусть себе ест на здоровье. Доктор Барменталь не звонил? Убийства не было? Нет. Сову сегодня же отправить чученьку. Кроме того, вот тебе 8 рублей и 16 копеек на трамвай. Съезди к Мюру и купи хороший ошейник. Но чем тебе профессор Мечников помешал, хулиган? В сердце? Отлично. Сейчас же везите. Сейчас же. Зина, Дарья Петровна к телефону записывать. Никого не принимать. Переодевайся, ты мне нужна. Убитый Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет. Холост, беспартийный, сочувствующий. Судился 3 раза и оправдан. Первый раз благодаря недостатку улик. Второй раз спасло происхождение. В третий раз условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия, игра на балалайке по трактирам. Печень расширена, алкоголь. Причина смерти, удар ножом в сердце, пивной стоп-сигнал. Пойдем, сын. Пойдем, Шарик. Пойдем. Вот. Пойдем. Ну, куда же ты? Ну, Шарик. Шарик. Ну, пойдем, не бойся. Сними ошейник. Только не волнуй его. Доктор, скорее эфир.
Можно мне уйти, Филипп Филиппович? Можешь. Ну, доктор, на все про все у нас 9,5 минут. С Богом, нож. Ножницы. Железо давайте. Шейте, доктор, мгновенно кожу. Вам нет равных в Европе, ей-богу, профессор. Перестаньте. Переворачивайте ее. Быстрее. Трепан. Пульс резко падает. Колите. Сердце? Что вы спрашиваете? Он же 5 раз бы у вас умер. Колите. Живет, но еле-еле. Хватит рассуждать. Живет, не живет. Гипофиз давайте. Минут. Умер, конечно. Индивидный пульс? Шейте. Дина! Свежее белье и ванну. А? Черт возьми, смотри, живой. Но все равно и сдохнет. Жаль, пса хороший был, ласковый. Хотя и хитрый. Значит, Тимофеева, вы желаете озвездить свою двойню? Да мне бы имена им дать. Ну что ж, я предлагаю такие имена. Баррикада, Бебелина, Пестелина. Нет, 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 нет. Лучше назовем их просто. Клара и Роза. В честь Клары Цеткиной и Розы Люксембург, товарищи. Знакомьтесь, коллега. Профессор по кафедре кожных болезней Василий Васильевич Бундарев и директор Московского ветеринарно-показательного института Николай Николаевич Персиков. Здравствуйте. Прошу.
Начинайте, доктор. Я просто теряюсь. Ей-богу, сойти с ума. Начинайте, начинайте. 23 декабря произведена первая в Европе операция по методу профессора Преображенского. Под хлороформенным наркозом удалены семенные железы и гипофиз собаки, и вместо них пересажены железы и гипофиз, взятые от скончавшегося мужчины. Показания к операции. Постановка опыта для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза и о его влиянии на омоложение. Оперировал профессор Преображенский, ассистировал доктор Барменталь. Интересно. Ну и что? Да, и каковы результаты? Результаты поразительны. Обнаружено выпадение шерсти на лбу и на боках туловища. Лай вместо слова «гау-гау» напоминает стон и отдаленно похож на звуки «а» и «ы». Но главное – это вытягивание конечностей и замена когтей ногтями. Прошу, доктор. Прошу, господа. Странно. Симптомы появились на четвертый день после операции. Ногти растут прямо на глазах. Я наблюдаю это уже 2 дня. Поздравляю вас, коллега. Герой Уэллса по сравнению с вами просто вздор. А я-то думал, что все это сказка. Что вы толкуете об Уэллсе, о мелких вещах, коллега? Вы сделали неслыханное. Переворот в медицине. Триумф! Я очень рад. Однако, коллеги, какой мы поставим диагноз? Случай не описан в литературе. Я затрудняюсь. Никто такого еще не видел. Наблюдаем. Дайте ему селедки. Изменение вкуса произошло вчера. Говорят, здесь марсиане поселились. Какие к черту марсиане? Вот, черным по белому от 7 января. Слухи о марсианах в Обуховом переулке распущены торговцами Сухаревки. Они бы устроены как? Понятно? Так чего вы здесь торчите? Когда я опубликую эту работу, я отмечу, что без вас я не справился бы. О, это не важно. А впрочем, спасибо. Ловите его! Профессор, он встал на ноги! Однако, как он набирает вес? 25 килограммов? Да жрет же двое больше, чем прежде. Абр! Включите фонограф. Абр! 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 О, это феноменально! Абр! 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 Может быть, он есть хочет? Абр! Абр! Принесите, пожалуйста. Абр-валк! Абр-валк! Профессор, на наших глазах происходит чудо. Абр-валк! А вы знаете, что такое абр-валк? Абр-валк! Абр-валк! Это абр-валк! Главрыба! Коллега, только наоборот. Главрыба. Абр-валк! 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 Абр! 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 Доктор, дешатерный спирт. Профессор, у него отвалился хвост. Быть может, на долгие века запомнить человечество это наследие, доставшееся науке от эпохи военного коммунизма. Пусть из этих, живущих отдельной жизнью желез, будут созданы особые рабочие станки, специальные фабрики по омоложению и исправлению живых людей. Я вот тоже про Галлы и Фрона читал. Вот он прочел.
Читаешь, читаешь. Слова легкие. Вячеслав, Богуслав. И убей бог, не помню, какой кто. Книжку закроешь, все вылетело. Помню, помню одно. Мандриан. Какой, думаю, Мандриан? Нет там никакого Мандриана. Там с левой стороны два бронецких. Один господин Адриан, другой Мариан. А у меня Мандриан. А у меня Мандриан. Нет, нет, нет. Приема не будет. Не могу. Черт-те что. 82 звонка, словно с ума сошли. Иван Иванович, я прошу вас. Извините, я корреспондент «Вечерней газеты». Извините, спасибо. Простите, доктор. Но... Я прошу извинения, но сегодня приема не будет. Профессор каждому сообщит о времени приема. Извините, но сегодня никак нельзя. Извините, пожалуйста. Примус! Признание Америки! Москва-Швея! Примус! Пивная! Еще парочку! Пивная! Еще парочку! Пивная! Еще парочку! Пивная! Еще парочку! Москва-Швея! Москва-Швея! Пивная! Еще парочку! Буржуи! Буржуи! Не толкайся, подлец! Слезай с подножки! Я тебе покажу твою мать! Перестань. Примус! Признание Америки! Москва-Швея! 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 Примус! Пивная. Я должен признать свою ошибку. Еще парочку. Перемены гипофиза дают не омоложение, а полное очеловечивание. От этого ваше изумительное, потрясающее открытие не становится меньше. Москва-Швея, я тебе покажу твою мать. Москва-Швея. Москва-Швея. Да-да, дорогой доктор, Москва-Швея. Примус. Я вас прошу, Иван Иванович, купить ему штаны и пиджак. Удивительное явление. Недавно в Обуховском переулке родился ребенок, который играет на скрипке. Только с помощью современных средств медицины он смог появиться на свет. На нашем снимке профессор Ф.Ф. Преображенский, делавший кесарево сечение матери. Кесарево. Ну, кесарево. Так это ж доктор Барменталь. А ну. Истинно вам говорю. 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось. Ой, это точно, Господи. Говорю. Точно. Держите его! Держите его! Я тебе... Надевайте штаны. Сейчас. В очередь, сукины дети! В очередь! Дайте ему селедку. В очередь! Сейчас. Дай папиросочку. У тебя брюки в полосочку. Не плюй на пол. Отлезь, гнида. Если ты позволишь еще раз обругать меня или доктора, тебе влетит. Он понимает. Филипп Филиппович, он понимает. С каждым днем в нем просыпается сознание. Профессор. Шарик разовьется в чрезвычайно высокую психическую личность. Вы думаете? Что с вами? Филипп Филиппович? Такой кабак мы с вами наделали с этим гипофизом, что прямо хоть из квартиры беги. Я вас очень прошу, дорогой Иван Иванович, переезжайте ко мне на время, а то я с ними справлюсь. Да.
Пошли, товарищи. Профессора Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга. Отныне загадочная функция гипофиза разъяснена. Она определяет человеческий облик. Новая область открывается науке. Без реторты Фауста создан гомункул. Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу. По строению тела человек совершенный. Вес 3 пуда. Рост маленький. Ест человеческую пищу. Начал курить. Играет на музыкальных инструментах. Прошу вас. Ценная, если дашь чего, будешь целая. Эх, яблочко, да с голубикою, подходи, буржуй, глазик выколю, другой останется, чтоб видал говно, кому кланяться. Филипп Филиппович, что с вами? Филипп Филиппович. Профессор. Несчастье-то какое. Пульс, пульс проверьте. Наштырный спирт. Откройте окна! Откройте окна! Он еще танцует? Танцует.